Рекордсменка по тяжелой атлетике весовой категории 63 килограмма готовится к предстоящему чемпионату Азии. Штангу весом 140 килограммов Валида Искандерова осилила без особого труда. Рекорд Азии, установленный спортсменкой, до сегодняшнего дня побить никто так и не смог. В этом году у меня юбилей, 20 лет, как я нахожусь в сборной в составе Казахстана. Стремлюсь и готовлюсь, чтобы установить свой новый рекорд в жиме лежа на чемпионате Азии. Тренер Искандеровой Вахид Набиев за свою подопечную не переживает. По его словам, Валида находится в отличной физической форме. Готовимся, мы вошли в такую форму, хорошую, оптимальную. Ну, надеемся сейчас выиграть Азию. Чемпионат Азии по жиму лежа стартует в Алматы 17 сентября. За честь нашей области выступят 4 атлета.